Я хочу вам показать свой продукт. Это концентрированная вытяжка из трав. Она называется у меня концентрированная вытяжка «Здоровый с нами». Вот она вот так, вот это стакан, да. Я вам покажу ее густоту. Смотрите, как она густо льется. И она очень-очень густая. Вот она, прям как желе. Поэтому такое надо обязательно разбавлять 1:3. Даже, наверное, 1:4. То есть на вот на стакан 250 вы добавляете 750 грамм миллилитров чистой воды и получите очень сильную, мощную вытяжку, которая работает с суставами, с волосами, с мышцами. Она и питает, и чистит. И здесь я добавляю обязательно вытяжку. Отдельно я ее делаю, потом добавляю. Вытяжка чертополоха, и вытяжка мухомора, и вытяжка черная. Есть такой яд, не белина. Белина черная, по-моему, так она и называется. Да, да, вот белину черную я добавляю. И это потом работает с магией и с сущностями. Посмотрите, какая она густая. Она очень-очень сильная. Пользоваться чистой не рекомендую. Рекомендую обязательно развести. Чтобы я не разводила и не отправляла, я разливаю, вот у меня здесь 150 миллилитров, 250 миллилитров и литр. Вы это будете разбавлять сами водой. Нельзя отправлять в пластике, потому что очень сильная концентрация, это на аммиаке приготовлена, она разъедает флаконы. Поэтому, конечно, лучше отправлять в стекле. Пишите, кому интересно. Я вот сейчас сижу, фасую и разливаю.